щенки две свои сарбоны. Месяц и неделя, два кобелечка. Устроили тут маленькую потасовочку. Вот выясняю, кто из них самый главный, кто самый сильный, кто самый злой. Да, что-то укусило. Я или блохи, да? Давайте, продолжайте. Показывайте. Показывайте класс. Вот. Пошла жара. В помете три мальчика, две девочки. Чепрачные. Щенки активные. Кусалки. Это вот папочка там сидит. Это Зевс. Сарбона закрыта, чтобы она меня не укусила. А то это может. Красавица. Покажи мордочку. Мальчик. Мальчик второй на солнышке. И целая куча еще деток в будке сидит. Вот. Вот такой красавец. Покажись, покажись, покажись. Да, Зевс. Зевс показывается. Ты папочка. А меня тут грызут вовсю. Просто загрызают. Очень такой приятный щенок. Голова большая и кусачая. Захватывает, как крокодил. Не надо меня захватывать. Вот он. Еще, если получится, посмотрим всех остальных. Они сейчас спят. У них послеобеденный сон. Ой, разбудили. Вот они. Тут еще три щенка. Они тут на опилочках спят. Пятки. Мы только что уже фотографировались. Нам уже это надоело. Мы хотим поспать. Тут, получается, еще один мальчик и две девочки спят. Это у них такая будочка. Выход. Это я подняла крышку и снимаю через крышку. Вот. Вот это их будка. Вот такая вот. Две Сони и вот три Сони. И два активиста. Да, вот они. Вот они такие смешные. Все, ладненько. Будем. Вон Зевс лежит, папочка.